Ну, хочется. Нет. Ну, ты там делаешь, да? Что там такое? Что там такое? Тя-тя-тя-тя-тя. Ну, ты убери кота-то. А кот не обращает внимания. Подумаешь, хомяк, какая фигня. Ерунда какая. Эй, мелкий, ты что там нагрызаешь? Не надо, не надо, не надо. Да пусть грызет, ну ему... Ау, нифига себе. Блин, это что, это же новое. Вот я говорил. Нифига себе. Давать. Ты что, он сгрыз кусок? Надо зашить. Ты что такой грызун? Эй, ничего себе, ты он тихонечко уже так сгрыз ноги. Да ну. Ну что? Грызун. Голодный. Грызун. Кот, что это происходит? Ничего себе он погрыз. Ты что это такое, козявочный? Ты не давай ему грызть, что тут погрызет, ничего себе, зубы какие. Да и кот ничего не делает, он просто смотрит. Нет, он смотрит так, как будто хочет. Ты хочешь, да, ты хочешь. Так, держи хомяка. Я кота подержу. Он опять что-то грызет. Смотри, там твои штаны, от них ничего останется. Футболка. Это футболка, то же самое для нее сделает. Ай, забери его в него, он уже в себя запихивает ее. Это что такое? Называется, вот как не кормить хомяка. Ой, он это делает. Ой, ну слушай, ну не давай ему, не давай. Он же плохо ведет. Не разрешай ему. Нет, не давай. Он уже дырки делает. Что такое с тобой? Ты не голодный, не кормленный. Не давай ему портить там наволочку. Он опять наволочку грызет. Что такое? Что это за хомяк такой? Кот хочет туда пойти. Ой, что же такое хомяк-то погрызушный? Хомяк, ну что с тобой? Ты что сегодня такое портящие эти наволочки? Ну что, может, он? Может, дать ему еду, наверное, голодный. Может, дать ему еду и просто попустить? Ну что там? Сидим. Ну что? Круг почета. Эй, мелкий. Эй, мелкий. Ну так, ладно. Вот тут куча животных. Да, что-то сюда особо погрызу, не кормленные хомяки. Ну, а что? Все.